Десногорской организации инвалидов в этом году исполнилось 30 лет. В копилке событий общества теперь и мероприятие под названием «Красота без границ». Фотопроект призван показать, что нет ограничений по красоте, что красота бывает разная. Открылась фотовыставка 18 декабря в Десногорском историко-краеведческом музее. Это ведь красота. И красота, которой девочки, фотографы смогли ее воплотить, раскрыть эту красоту. Хочу вам, мои дорогие мамочки, пожелать и папочке здоровья, и чтобы всегда гордились своими детьми. Спасибо. В качестве фотомоделей 10 юных особенных горожан. Каждый из них со своим характером, настроением и готовностью позировать перед фотокамерой. В фотосессиях для них не было стандартов и жюри, поэтому каждая фотография получилась по-своему уникальной. Что лишний раз доказывает, быть красивым и свободным можно при любом диагнозе. Мы не стесняемся, мы не боимся. И наши дети, которые раз мы доказываем, что наши дети имеют право быть во всех, как сказать, во всех мероприятиях в жизни России, они тоже могут многое дать нашей стране. Ведущий фотограф проекта Марина Михальчик, работая с камерой уже более 10 лет, участие в проекте «Красота без границ» стало для нее новым и приятным опытом. Как фотограф получила настоящее удовольствие работать с этими искренними людьми, маленькими человечками, которые наполнены любовью, жизненной энергией. И хочу сказать большое спасибо их родителям за то, что дети умеют улыбаться, умеют радоваться, и я получила настоящее удовольствие, снимая их. Фотовыставка «Красота без границ» открыта в Десногорском историко-краеведческом музее по 15 января.